Привет всем. 23 августа, время очередного каста. Минувшие выходные съездил в Тулу на забег из серии «Золотого кольца» опять. Тула там была в первый раз. И в этот раз ездил с племянником, с мальчиком. Побегали отлично, все получилось. Результат улучшил молодой человек. Я побегал рядом со сверхлюдьми, у которых черные номера, на которых пока могу только смотреть с завистью, присоединиться пока не готов. Необычно было то, что улицы не перекрывали. В Туле огромный парк, и вся трасса проходила внутри парка. А накануне, само собой, раз мальчик и в Туле, и так и было задумано, ходили мы в музей. Музей оружия тульский. Долго ходили, часа три. С частной экскурсией, еще сами походили. Конечно, там интересно, и впечатление производит большое. И таланты мастеров производят большое впечатление, и изобретатели, и уменьшенные модели ружей, которые стреляют, которые делали настоящие левши в качестве экзамена выпускного. И револьвер размером меньше коробка спичек, из которого сам Будённый стрелял. Но я же человек испорченной психологии и рефлексии, поэтому не совсем обычные мысли посетили. Есть там место одно, изображающее окопы Первой мировой. Там можно Мосинку настоящую подержать в руках. И племянник ее взял, и видно, что он никогда ружья не держал, и даже, видимо, вблизи не видел. И не знает, как оно кладется в руку. И положил приклад не к плечу, а на плечо, как иногда вот девушек показывают в смешных видео, которые стреляют и разбивают себе глаз прицелом. И мимо проходил ровесник и так хохотнул, типа, мужик, не умеет ружье к плечу приложить. Моя первая реакция тоже была немножко хохотнуть. Но потом посетила вторая мысль. И я подумал, а чем тут, собственно, гордиться? Счастливый мальчик 12 лет не знает, как прикладывать ружье к плечу. А мы умеем и калашников разобрать, и на ГТО на золотой знак настрелять с правой руки и с левой. Есть ли тут чем гордиться? Или из нас просто винтиков сделали, еще в младшей школе? Я помню, как в детском саду мы клеили подарок отцам на 23 февраля. И подарок этот был танк из спичечных коробков, обклеенных зеленой бумагой. А сейчас мы стоим с племянником у ракетной установки «Смерч», которую нам отрекламировали как самую страшную после ядерного оружия, которая может несколько десятков гектар превратить в выжженную пустыню, где нет ничего живого. С точки зрения технического достижения, творческого мышления, технически творческого, да, достижение. А с точки зрения философской, чем гордиться-то? В общем, подумалось, как-то однобоко представлена экспозиция. Чего не хватает для целостности, это темной стороны всего этого великолепия блестящего. По-хорошему, к каждому оружию бы представить серию фотографий или видео, там такие интерактивные всякие стенды сейчас есть, можно видео запустить, даже трехмерное видео. Не хватает видео с примерами ранений, сделанных с помощью этого конкретного оружия, и нарезки из интервью людей, которые выжили после этого, ну или не совсем выжили потом. Так сказать, вот вам Калашников, а вот человек, в которого попали из Калашникова, да, и вот как это выглядит. Там, вот вам Дегтярев, вот авиационная пушка, которая делает 60 тысяч выстрелов в минуту, а вот что бывает, когда она попадает в цель. И, честно говоря, в конечном счете на меня самое большое впечатление произвела не пушка на 60 тысяч выстрелов в минуту и не ракетная установка «Смерч», которая стирает гектары, а металлическое копье, кавалерийская пика на стенде, посвященном Первой мировой. Честно говоря, она меня немного шокировала. Я подумал, Первая мировая – это 20 век уже. В это время Альберт Эйнштейн вовсю работает над общей теорией относительности. А буквально в нескольких сотнях километров от него взрослые, разумные, цивилизованные люди, вполне вероятно образованные люди, тычут друг в друга, мать его, копьем. И это происходит не в каменном веке и не в джунглях Бразилии, Индии или Африки. Это происходит в центре образованной Европы, даже не в средние века. Пришел на ум эпизод из фильма «Апокалипсис сегодня», где капитан катера погибает от копья, которое в него метнули дикари. И он поверить не может, что с ним это произошло, когда у них катера, пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты. С одной стороны, в этом что-то такое не от мира сего, а с другой стороны, получается, не такая уж большая разница между ним и этими самыми дикарями. Мой сын еще говорить толком не умел, уже бабушка ему долбила. «Вырастешь, девочек будешь защищать?» Ребенок не понимает толком еще ни слова «девочки», ни слова «защищать», ни слова «вырастешь». Но мантру он уже запомнил. Естественно, он кивает бабушке. А что, бабушка ему плохое, что ли, скажет? Конечно, будет. Да. В какой-то степени мы все роботы-убийцы. Терминаторы. Роботы, потому что выполняем программу, которой не знаем ни источник, ни смысл. Просто получили набор рефлексов.
Этот набор рефлексов активируется. У каждого в разном объеме, но он есть. Все сказанное не отменяет мастерства тульских оружейников и оружейников вообще. И не отменяет необходимость обороны. Но все это очень печально. И мужчины – винтики в этом печальном механизме. А оружейным выставкам и музеям все-таки не хватает демонстрации темной стороны. Без этого их история выглядит неполной. Так мне думается. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи.